В воскресенье МИАС посетил один из самых известных бардов нашей страны – Олег Митяев. В нашем городе была представлена новая концертная программа «Я учусь у облаков». С автором и исполнителем пообщалась наша съемочная группа. Вчера в нашем городе в ДК автомобилестроителей состоялся концерт Олега Григорьевича Митяева. Этого человека представлять жителям МИАСа не имеет смысла. Каждый, кто хоть раз слышал строки песни «Изгиб гитары желтой», поймет, о ком идет речь. Нашей съемочной группе удалось задать несколько вопросов Олегу Григорьевичу перед началом концерта. Вот просто это у меня есть такая песня «Я учусь у облаков в тишине». И так же называется книжка, которая вышла в Германии на немецком языке. Они почему-то вот назвали ее так. Я буду петь новые песни, недавно написанные, и старые, которые попросят. И, собственно говоря, даже никакого порядка этих песен нет. И, в общем-то, и музыка, и стихи, и исполнение особого значения не имеют, потому что все равно это психотерапевтический сеанс получается. Прежде всего для меня самого. Как-то у меня лучше настроение сразу после концерта. И у других тоже меняется. Валентин Ефимов, Андрей Данилов, программа «24 МИАС».